450 квартир. И все будут в таком стиле. Да? В этом что-то это комплекс есть такой. Другой комплекс. Ну, принцип такой. Ну, это очень красиво. Предоставляется обычным переселенцам в таком виде. Построенной кухней, самозванной. То есть мебель они потом. Да, мебель есть. Они сами привозят все. Что еще? Понимаете, мы дали трехкомнатную квартиру, где мы жили. Четверо членов семьи. И у нас было 47-48 квадратных метров. Здесь 84. И жили, и считалось, что это дом второй год. Там вот это продолжается. Мы как бы заканчиваем все стройку, все 20 квадратных. И завершается население. Город в советское время был, имел статус города-курорт. Ну, может быть, где-то подумать, места оставить и выводить. А это ваш подарок. Да, на всякий случай. Ну, еще более приятно. Это городские коммунальные очень красивые. Да, спасибо. Это городской, что нужно. Пользуйся. Понравится, добавим. Эти памятники находились вот здесь, на этом месте, в Махабанном ногу в саду, перед зданием Дома культуры, до 92-го года. Вы видите, на них следы пуль, следы их расстреливали. Ну, это пусть так и будет. А так? Да, вот в здании есть даже пуля. Я это привез в январе 21-го года, когда сюда приехал. Их отправили на переплавку, выкупили, привезли и поставили их во дворе музея искусств. И там они и стояли почти 30 лет. С автомата 545. А потом была дублёва, обратился к господину президенту, что ну давайте поставим покупку на большом покосим парке, сколько можно там поставить. Они будут. Поставим на свое место. Правильно. Это было 11-12 назад. Очень и первый мой приезд, я их привез сюда и здесь поставил, так они стоят. Это правнучка основателя Карабахского ханства. Натава, поэтесса. Ей палец сломали еще, к тому же. Палец сломали. Местный певец, Бюль-Бюль, в переводе означает Соловей. Это его псевдоним. Вот. Ну и тоже подвергся вандализму. Город – культурная столица, и на сегодняшний день у нас официально в реестре 196 памятников. Но, к сожалению, как вы видите, большинство из них вот в таком, практически все они в таком состоянии. Вот как бы общее планирование, где основные здания будут располагаться, некоторые уже построены, некоторые строятся. Это вот центр выглядел таким образом, вот пятиэтажки старые и в основном разрушенные. По новому генплану он будет выглядеть вот таким образом. Этим летом мы сдадим его, вот сейчас проедем по этой улице, эти дома. В историческом районе будут такие небольшие домики. Здание почты, госуслуг, центр, советский модернизм. То есть это... Мы восстанавливаем, как был. Это да. В том стиле. Это красиво. Да. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Пала, это ты вот здесь. Это сюрприз тебе. Сюрприз тебе. А то вижу все время в Москве. Он уже здесь живет, но больше, чем в Москве. Пала, вот почему ты поешь до сих пор красиво. Александр Григорьевич, вот в советское время по указанию Гейдара Ильича здесь был создан музей. Вы видели, когда сюда вернулись. И там, знаете, пули остались вот на подбородке, вот здесь вот на груди. Да, расстреливали. Все видел, Александр Григорьевич, по дороге, все да, вокруг физули. Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары. А у нас наша великая поэтесса Натава, Зенка теперь, они с футболками вывезли. И потом, я доглашал Гейдара Ильича, еще приняли все меры, удалось вернуть их обратно, и Илхам Геннадьевич потом привез и поставил на свое место. В доме родился мой отец.
Вот, ну, здесь собраны такие элементы тех лет и так далее, вот так как люди жили, просто интересно это графически тоже сохранить. Фотография отражен дух того времени, да, как постараюсь. Люди одевались, как... Это вот брат, родственники, а это еще в маленьком возрасте, 7-8 лет, его уже вот приглашали петь. Да, вот в компаниях и так далее. И вот эти вот, из этих меджлисов он стал певцом. Потом его стали уже приглашать в Ганджу, а потом в Тбилиси, и стал очень известным певцом. Вот и солнце вышло. Солнышко, да. Смотрите как. Все было. Счастливо. Спасибо, пока. Спасибо. Счастливо вас видеть. Спасибо вам большое. Здоровья. Всего самого доброго. Тебе здоровья. Да, да.